Добрый день, с вами канал Простые Решения, и сегодня мы с вами прорешаем задание номер 67, информатика Босова, 8 класс. Запишите следующие числа в нормальной форме с нормализованной мантисой, то есть правильной дробью, имеющей после запятой цифру, отличную от нуля. Итак, а число в нормальной форме, это такое число, у которого мантиса меньше единицы. А значит мы должны сделать так, чтобы у нас первая цифра шла нолик а после нее уже шло остальное число. То есть запятая у нас должна стоять вот в этих вот местах. Ну и в нижнем у нас запятая должна стоять вот здесь вот. Чтобы после нее у меня шел не 0. Да? И как раз таки это будет нормальное число, потому что у меня мантиса будет меньше единицы. А нормализованное значит, что вот эти вот первые цифры, они у нас не нулевые. Итак, что остается сделать? Остается просто перенести нашу запятую и посчитать, почему это равно это число. Итак, 1, 2, 3, 4. То есть мы можем сказать, что это. То число которое я представил умножено на 10 в четвертой степени а здесь запятую я вот отсюда несу 1 2 3 4 5 6 то есть это вот это число которое у меня написано умножено на 10 в шестой но здесь смотрите нам приходится переносить запятую в правую сторону на 1 2 на две позиции то есть у меня получается а, число да то есть это вот это мы отрубаем а, получается число на 10 минус 2, потому что мы на два знака перенесли как раз таки вот эту вот запятую. И как мы видим, мантиса наша всегда меньше единицы. И мы видим, что теперь у нас первое число, оно у нас э, не нулевое. А если это видео вам помогло, ставь лайк и подписывайся на канал. Простые решения.